кофе? Эй, полегче, ладно? Думал, вам надо помочь. Мне? Что тебе от меня надо? Я видел ваше имя на карте, что я продал тамплиерам. По ошибке. Все ошибаются. Конечно. Вонзить нож в спину и прикинуться героем. Я буду откровенен. Я тоже ищу ключ. Может, я помогу вам? А вы отдадите ключ, если найдется. А, вы оскорблены. Ясно. Мы вызовем тебя на состязание. Собери больше шкур, чем мы, и победишь. Легко. Идем. Так нечестно. Пусть это будет стимулом. Белый ягуар, неплохо. Ты сумел проявить себя. Мы примем помощь. Какую? Там. Фрегаты. И что? Там есть что-то, кроме рыбы? Нет. Это тамплиеры. Корабли, белая кожа, транспорт и пропуск. Жди на Большом Каймане, узнаем, в чем дело. Опия, как мы сегодня? Удивлены. Мы думали, ты не сдержишь слово. Скажи нам, почему ты ищешь ключ именно здесь? Он неудержимо притягивает тамплиеров. Если, конечно, это их корабли. Мы не знаем, что тамплиерам здесь нужно. Ведь здесь живут простые рыбаки. Или не такие уж простые. Пойду пройдусь. Может, мы что узнаем? Весь улов. Это ж целое состояние. Ага. Но именно поэтому меня зовут королем рыбаков. Кто зовет-то? Ой, не завидуй.
Чего? Я не завидую. Я тебе расписку покажу, если хочешь. Помощник сеньориты Маркес Варгас сам подписал. Она в его доме устроила штаб. Я даже видел ее, когда рыбу привозил. Слыхал? Элвин теперь почти благородный. Ха, благородный рыбак. Ну да. Ну, как успехи? Я несколько раз слышал имя. Маркес. Знаете? Маркесом звали того, кто уничтожил нашу деревню. Мы проиграли, но и сам он не дожил до победы. Думаете, они родня? Если да, мы в опасности. На расписке, которую мы добыли, адрес ее помощника, Варгаса. Я видела. Я знаю, где это. Навестим любителя рыбы и выясним, что он знает. Пойдем. Ты хоть понимаешь, что сейчас на кону? Думаю, понимаю. Нет, это не только ключ. Кое-кто говорит, что Таина уже исчезла. Но мы никогда не исчезнем. Мы будем бороться. Вот он. Дом Варгаса. Спрячься. Застанем врасплох, это будет преимуществом. Вот здесь. Будь вот тут. Скройся из виду. Ола! По какому делу? Прошу аудиенции у сеньориты Маркес. Лови его! Рассказывай, где Маркес? Что ей надо? Она уже ушла на Хувентут. Ищите ее там. О, ее люди вас проучат. Хувентут — остров наших врагов. Если Лусия Маркес там, она точно замышляет зло против нас. Сколько же у вас врагов? Когда на тебя идет охота, врагом кажется каждый чужак.
С теми, кто на Ховентуде, мы были в мире после смерти Маркиса. Но она может раздуть вражду, если заплатит кому нужно. Да, плохо дело. Я возьму корабль. Нужен ключ, и я буду там. Мы не были здесь очень давно. Джунгли пахнут лианами и предательством. Маркис все использует в своих целях. Мы знаем, где она. А вот она нас не ждет. Мы должны найти ее, выманить и покончить с ней. Глянем, куда он идет.
Я чувствую. Она прячется. Нам надо как-то выманить ее. Да. Убей этих людей. Используй порох. Нет, я не умру от руки Таино. Мой отец так много ждал от этих краев. Все золото, земли, свобода. Все зря. Вы не знаете, что с ними делать. Он сделал бы вас сильней. Живя свободно, мы зря тратили свободу? Ты умрешь в оковах тамплиерской веры. Не станем спорить с мертвой. Вот мой трофей. На дом до сих пор не похоже. Чего-то все еще не хватает. Thank you.
Thank you.